Бросили в ранец книжки и тетрадки и отправились в нелегкий школьный путь. Не волнуйтесь, мамы, будет все в порядке. Повзрослеем, не успеете моргнуть.
What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller.
Collider, Magnet. Дорогие мои ученики, вы стали еще на одну ступеньку выше к своей взрослой жизни. Многие из вас покинут стены нашей школы. Я вас всех поздравляю с этим с пройденным этапом. Желаю вам набраться сил, терпения и также смело и уверенно продолжать вашу жизнь. Хочу, чтобы на протяжении всего вашего жизненного пути вам встретились только хорошие люди. И чтобы ваша жизнь удалась. И думаю, что у каждого из вас для этого есть все возможное. Желаю вам счастливого пути. Спасибо. Итак, 9 классы. Мы с вами дорог прошли немало. Работали долго, дружно. Иногда, конечно, не очень. Я бы хотела, чтобы в дальнейшей жизни все, что мы вам говорили, все, что хотели до вас довести, какие-то добрые мысли, какие-то умные, не знаю, действия. Хотелось бы, чтобы они помогли вам в жизни. Желаю вам, чтобы вы были хорошими людьми, были счастливы, здоровы, чтобы у вас в жизни все получилось, все, что хотите. Дорогой 9Б, поздравляю вас с последним школьным звонком. Вы прожили значительную часть своей жизни.
с 1 по 9 класс. За это время вы повзрослели физически и также приобрели умения, знания. И также у вас появился статус одноклассников. Я хочу, чтобы вы в течение всей своей жизни, последующей, чтобы вы всегда вспоминали своих одноклассников. Это очень большое для человека статус одноклассников. Потому что друзья друзьями, а одноклассники – это особая часть людей, как бы можно называть, что вы будете всегда поддерживать и вспоминать друг друга. Что бы хотел еще сказать, чтобы вы все свои желания исполнились, мечты, чтобы сбылись, и цели были достигнуты. Желаю вам самого-самого наилучшего. Уважаемые выпускники, вот и настал ваш долгожданный день. Это последний звонок. Действительно, для кого-то он будет последним. Но мне хочется пожелать именно вам, чтобы вы оставались прежде всего людьми, именно людьми с большой буквы. Удачи, счастья, до свидания. Не забывайте нас, приходите в гости. Дорогие ребята, я поздравляю вас с окончанием 9 класса. Перед вами стоит сейчас выбор, куда пойти, как выбор профессии. Я желаю вам, чтобы вы все удачно сдали экзамены, чтобы определились в жизни, чтобы нашли свою дорогу, чтобы вы стали настоящими людьми и чтобы школа гордилась вами. Дорогие ребята, с окончанием 9 класса приходит время ответственного решения и серьезного выбора. Кто-то из вас пойдет в 10 класс, а те, кто выбрал профессию, они будут приобретать трудовую специальность и заканчивать среднее образование. И для них вот этот год станет выпускным. 9 класс заканчивается. Сегодня первый в жизни выпускной. И хочется, чтобы все мечты сбылись, чтобы обошли тревоги стороной. И от души хочу я пожелать тебе удачи, счастья и добра. Добрый путь, дорогие мои ребята.